Для размещения аппарата мирового судьи участка номер 11 администрация городского поселения Видное предоставила часть помещения по улице Лемешко в доме номер 15, где располагался военкомат. Открытие его состоялось 25 января. Именно в этот день, 12 лет назад, было создано управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. Я убежден, что вместе с 11 участком в достаточно оптимальные сроки мы откроем еще один участок мировых судей. Это будет только способствовать скорейшему и во всех отношениях качественному рассмотрению всех судебных дел. Помещение было отремонтировано за рекордно короткие сроки. За сотрудничество в решении вопросов размещения мирового судьи главе городского поселения Видное вручили благодарственное письмо управления мировых судей Московской области. В целом сделали хорошее дело, которое вошло в городскому бюджету почти в 4 миллиона рублей. Но, как я уже сказал, деньги потратили не зря, на пользу людям. Это самое главное. После перерезания символической красной ленты мировой судья судебного участка номер 11 Елена Мазина пригласила гостей осмотреть помещение учреждения. Руководство Московской области и руководство Видновского Ленинского района сделали все для того, чтобы у нас судебная система именно Московской области, мировой судья Московской области разместился в замечательном помещении. Отремонтированное помещение за счет средств бюджета городского поселения Видное отвечает всем необходимым нормам и требованиям, соответствующим статусу судьи. Я думаю, что мы и дальше будем работать над тем, чтобы у нас ситуация с получениями судебных услуг в Ленинском районе была оптимальной, была доступной, была по времени во всех отношениях тоже оптимальной, а значит, это будет удобно нашим жителям. Судебный участок номер 11 располагает 7 кабинетами с новой специальной мебелью. Зал заседания суда, кроме всего прочего, оборудован и кварцевой лампой. В архиве участка установлены современные стеллажи, несгораемые шкафы. Для сохранения в надлежащем состоянии папок с делами в помещении архива работает прибор для определения температуры и влажности. Имеются нормы определенные, и вот они в данном случае соблюдены. Здесь у каждого работника аппарата имеется свое помещение, то есть оно соответствует тем нормам, которые, по-моему, правительство Московской области устанавливало. То есть все функционально, все очень близко, доступно. Судебный участок номер 11 обслуживает население части Расторгуева, Видное, городское поселение Горки Ленинские и Булатниково. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.